Суффиксы er, or, ist в английском языке. Как вы, наверное, уже догадались, данные суффиксы – это суффиксы профессий. И давайте с вами посмотрим примеры существительных с данными суффиксов. Вначале поговорим про суффиксы er и or. Итак, teacher – учитель, doctor – доктор, driver – водитель, builder – строитель, engineer – инженер, plumber – сантехник, sailor – моряк, actor – актер, doctor – доктор, waiter – официант. В принципе, есть и также схожие слова, имеющие данное слово. Например, teacher – это учитель, teach – это учить. Например, he is a good teacher – он хороший учитель, because – потому что he can teach well. Или, например, driver. He is a good driver. Он хороший водитель, because he can drive well. Yes, it's really interesting to understand it. And then, for example, actor. He is a good actor. Он хороший актер, because he can act well. Yes, you understand. And more examples with the suffix и больше примеров с суффиксом ist. Итак, суффикс ist. Pianist – пианист. Violinist – виолончелист. Receptionist – ресепшенист. Например, he is a very talented violinist. Он очень талантливый виолончелист. И еще, смотрите, примеры дополнительные. He is a very good teacher. Он очень хороший учитель. She is a doctor. Она доктор. Можно сказать, например, she is a very professional doctor. Она очень профессиональный доктор, квалифицированный. Do you want to be a pianist? Ты хочешь быть пианистом? Вот такие замечательные примеры. Главное помнить, что эти суффиксы образуются для образования профессий.